Я буду на свадьбе свидетелем. Про плакат. Я завтра отвечаю, постараюсь это сделать, честно. Молодцы. Да, я дома сижу на кухне. О, роднички мои. На инвалидности, поэтому на Макдональдсе. Я с проекта ушел, да. Но обещаю вам, что вернусь туда. Луцк, привет. Вадик, здорово, Макаревич. На кухне это хорошо. Спасибо, мамуле передам. Подпишусь. Привет. Тебя еще не посадили мусором? Сопли подхватил, когда убегал с проекта. Ушел, потому что авантюрист. Немного выпил и решил повыебываться. Свет, привет. Не могу сейчас общий прямой эфир, потому что мама решила лечь почему-то возле кухни спать. И она меня выгонит с моего же дома. В Рыбницу давай. Летом приеду в Рыбницу, наверное, на неделю. Валера помирился с Аней. Обратно, конечно, хочу. Посмотрим, как на все Божья воля. Отношусь к тому, что он закодировался очень хорошо, потому что он кодировался в той же клинике, где я кодируюсь всегда. Так что так. Спасибо. Привет, сын, привет, роднички, привет. Да. Ну ничего, посмотрим, может быть, еще вернусь, знаете, это разное может быть. Может вернусь, может нет. Спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно. Поэтому я сделаю рекламу этой замечательной воды и скажу вам, ребята, если вы хотите прийти в себя, и ебаните капельницу, и потом пару глоточков этой пиздатенькой водицы. Ебутся соловьи в борще, как вкусно. Здорово, здорово всем. Вот. Самолетом летал много раз, очень много раз, но боюсь это дело. Спасибо, Тольятти. Игорек, Света, Игорек мне сегодня звонил, сегодня вся поляна мне звонила, остров звонил, говорят, ой, хорошо. Ведутся диалоги, ведутся сейчас разговоры, посмотрим, что будет на днях, узнаем точно, когда я возвращаюсь и возвращаюсь ли вообще. Ушел из Дом 2, потому что нахуярился, и что-то у меня в голове стрельнуло, и я решил уйти. Привет от сестры. Привет от сестры. Хорошо, привет от сестры. Ебать, посмотрите, какая у меня элегантная вытяжка. Вы можете посмотреть. Вот она. Каленое стекло. Рыбница, привет. Вернут тебя всяко. Вернут. Меня никто не выгонял с проекта, ребят. Не выгонял. Конечно, я тоже так считаю. Блин, Саня, поместиться ты не можешь вернуться, потому что карантин, и нужно строго сидеть дома. Либо есть Новикова на дом. Все, я понял. Ребяточки, сейчас карантин. Я думаю, как минимум недели 2-3, сколько он там закончится. Посмотрим. Ничего, ребят, я буду часто входить в прямой эфир. Юля, ты же была у меня дома много раз. Ты же знаешь, что я уебываюсь не только вытяжкой.
Ты со мной навсегда. Оксана, Оксана, ты, мои люди всегда со мной. Закончится карантин, ребят, когда я всех соберу, мы поедем жрать мясо, общаться, знакомиться. Ой, красота будет. Такое, знаешь, это будет не фан-встреча, потому что мы все едины. Это будет просто встреча замечательных, добрых людей. А? Как вы на это смотрите, ребят? Делаем такую встречу, шатаем Березовского. Дима, дружище, скажи, пожалуйста, моей жене Елизавете Подулевой. Елизавета Подулева. Дима не может сейчас подойти, но Денис Новиков говорит, что тебя любит твой муж. Представь, выебаться, иди обними его, людей такие ссоры бывают, ебаный карман. Все будет хорошо. Иди домой, ты мерзкий. Понял тебя, я сижу дома, поэтому никуда не выхожу, я мерзкий. Я еще в трусах тут сижу, с гусями, трусы у меня, представляешь? Твои видеозоры про бургер, это просто пиздец. Благодарю. Фу-фу-фу. Воняет. Извини, Оксаночка, я тебя люблю. В Саратов приеду на Волгу, пойдем шашлык жарить. Ой, красота, ты очень крутой, такой лютейшего парня. Еще поискать нужно, просто сейчас им. Спасибо. Ушел с проекта, да потому что нахуярился, ребята. Просто напился и вот исполнил такую хуйню. У всех бывает, ебать, я просто авантюрист. Когда эфир где-то идешь, это в эфире не покажут, потому что я так ушел, шаную его нахуй. Игнор СПС. Игнор СПС. Давай, Денис, ты крут, как не крути, спасибо. В Саратов приеду. До Оксаны не воняло. Понял, понял. Оксаночка, меня заступаются за меня, видишь там? Ты такой крутой, мало сейчас таких. Спасибо, ребят. Слушайте, кстати, очень крутая же идея, правда? Про то, чтобы всем встретиться. Сегодня просто сказали, что до 1 июня это продлят, потому что праздники майские будут. Ну, вот это вся требуха творится. Соберемся. С меня мясо, водка. Как сядем, ребята? Ну, вы увидите, что будут, но... Проснемся, наверное, в КПЗ где-то. Но будет так весело и незабываемо. Вот, кто захочет, приедет. Я за пару недель скажу адрес, место. Мы там все соберемся. Может быть, сколотим какую-то маленькую ОПГ и захватим какой-то Ставропольский край. Почему нет? В Одессе ты... Нет, я в Люберцах. Юля, смотри, Юля. Юля — это жена моего друга. Юль, если палец не шевелится, помнишь, что мы делали с Серегой, когда у него писи не стояло? Мы ее отрезали просто, и все. Зато сейчас не болит ничего. Ты палец тоже руби. Так, зачем вы спиваетесь? Ну, я спиваюсь, потому что мне так хочется. В Новосиб я приеду. Да, приеду. Мама спит, не буди в эфирах сейчас. Тра-та-та. Ох, ах, ой-ой-ой. Ты что, я когда в Молдавии, ребята, чтобы вы понимали, я недели две потом в больнице лечусь. Пахар дежин, это стакан вина. Кубрынза, кума малыш. Да ты что? Сядем. Обед в 12 дня уже нахуярились, как в последний раз, я вам говорю честно, ребята. И пизда рулю. И так две недели. Оксана, моя мама, приедет, на... если тебе важно. Шеф Новиков или шеф Ивлев? Конечно, шеф Ивлев. Ты что, это же мой учитель. Крым, ребяточки, Крым. Будь здоров, скоро приеду. Как уебемся башкой об воду по-взрослому. Спасибо. Я говорю вообще тихо, я маму не разбужу. У нас квартира 22 квадратных метра, все хорошо. Простеньку сам, кого хочешь, могу научить, ребята. Но благодарю за то, что вы тратите время, чтобы мне это еще рассказать. Благодарю вас. Привет из Люберец. Я в Люберцах тоже. Пожалуйста, приезжайте. У меня борщ. И все как полагается. Скажи, люблю Дин.
Я люблю Дину Мирзаеву с детства, ребята. Просто от души ничего. Обратно. Так. С Киевстоном мы сейчас будем связываться, искать, потому что это серьезно. Денис Новиков, Станислав Котлета, Стас, здравствуйте, Манчестер с вами, мы здесь. Мои родники, сейчас, тут фильтры есть четкие, сейчас поугараем, подождите. Здравствуйте. Сейчас. Спасибо. Анюта жива-здорова. Вот ты бы в меня влюбился, оставил бы. Сейчас. А, моя булочка, привет. Мужу привет, скажи, к нему приедет Лариса Павловна и поцелует его. Нет тут еще? Есть еще? Смешные. Блять, а куда жать, я не знаю. Спасибо большое. Пончик. Я на Долму приеду, смотрите. Вернусь, ребята, вернусь. Вертухай. Ржа, хорошо, принял. Оксана, как я могу выйти за тебя? Ты же обзываешься, завидуешь. Денис, видно, он не погоня, видно, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Молдаване, я вас обожаю, клянусь. Я очень люблю молдавский народ и вообще люблю южане, потому что живые, настоящие и самые гостеприимные в мире люди. Что, мы летим в эфиры? Стасик, залетим, только чуть позже. Почему Валера расстался? Да никто не расстался. Вы что, гоните, блядь, или что? Никто не расстался. Рига, я ваша обрига, привет всем. Ну, все, за тебя выйду. Гастроли. Сейчас, ребята, мы когда будем собирать по пару тысяч просмотров, будем делать такие роли, мама дорогая. Валера на поляне. Можно Магадан, привет, мы гости. Магадан, передаю тебе привет. Фильтры проверяю. Я не могу отвечать им на вопросы, потому что их дуже дохуя. Я буду жить в Люберцах, так как и жил. Иди спать. Не пойду я спать, чтобы не выгонять. Благодарю. Я еще не закодировался, но на днях планирую. Новгород великий. Блять. Привет, передаю. Из проекта не ушел, с проекта ушел. Общаюсь с Никитой, общаюсь с Игорем, с Федором, с Анитой, со всеми общаюсь, со всеми общаюсь, мы все дружим. Я твоя соседка, пойдем погуляем. Фамилия чеченская, Мирзаева, я боюсь, меня могут набить. Передача «Смак». Я буду снимать свою передачу «Смак». Меня никуда не надо. Мы будем делать бомбу тут. Восходу, привет. Восход, привет. Ты аккуратнее давай. Я буду аккуратнее. Бухай сколько душе угодно. Вот кто написал «Бухай сколько душе угодно», это тот человек, который понимает. Правильно. О, Дэн, привет. О, плед. Плеветочки. Халафа. Дашенька, я передаю тебе большой привет. Скучаю по тебе, ебаные стержни. Всего тебе хорошего. Да, любое этого шоу снимается за неделю, и потом оно показывается. Совершенно верно. Челябинск, ауе, Жеки Дизендорфу, привет. Силы воли отсутствует вообще. Есть только авантюризм и желание нахуяриться и вести безобразный образ жизни. И помогать всем. Вот и все.
в закрытый город поедешь, конечно, хорошо. Ой, хорошо, плеветульки. Я реально ушел по это. Благо, Денис. Я приготовлю обязательно что-то в прямом эфире и буду это делать очень часто. Игорек там. Игорек, хорошо. Игорек, хорошо. Скучает, звонит, пишет. Денис, приходи. Приболел, потому что в луже лежал в трусах. Здорово, ребят. А в женщинах и в девушках я ценю порядочность. Ее, к сожалению, сейчас почти нету нигде, но ценю. Валера Конвалов, передаю тебе привет с вот этой дыры. Валера, Саня, все хорошо. Так, вы готовы смотреть, какая крыса? Таганрог, привет. Яганка, еще раз попробуем. Украина, привет. Спасибо. О! Кстати, мне тяжело танцевать под жулочным гриппе. Существует порядочно так же, как и в мужиках. Понял тебя, обида загорела. Понял, ты просто с Дашенькой не знаком. Я сама порядок. Понял тебя, Дашенька. Аня, мягко говоря, все нормально. Я верно дружу, верно люблю и верно уважаю всегда. О, Козырева. Почему ушел? Ну, потому что ушел. Захар с Яной очень хорошо. Ну, я вернусь еще обязательно. Годиков мне 30 годиков. Удмуртия. Привет, родники. Привет. Я уляка знаю молдавский, там киздамейт вот такие. Из-за масок подвисает. Ну, тогда надо купить дорогой телефон. Почему? Маски не ставь, черт. Антон Дмитриев. А, ребята, тут подключился Антон Дмитриев. Это мой ученик по кулинарии. Он однажды так заигрался в приготовлении, вы просто не представляете, и в состоянии эффекта приготовил свою ногу. Пожарил ее, представляете? А потом через 7 месяцев мы ее сняли и как хамон на банкет отдали. Ха-ха-ха. Салют, бро. Привет, Антоша. Я все-таки стал блогером знаменитейшим. Просто меня знают все 200 человек. 150 на 55. Из Одессы. Одесса. Антон Дмитриев вот подключился. Кстати, мой друг, заходите к нему на страницу. Девчата, кто любит не хаус рецепты, как делаю я, и обзоры. У него на самом деле очень крутые вещи, крутые рецепты. Это победитель адской кухни третьего сезона. Мой хороший друг, очень порядочный. Ну и жалко его, потому что он инвалид новый. Чуть не сдох. Ребята, в Одессу хочу ебиться. Ты что, если я в Одессу залечу, мы на Аркадии, ребята. Больше 7 лет. Но мы залетим туда и взбодрим чьим, что я говорю. Я ушел с дома 2 по причине того, что я был пьяный. А, Антон, я селебрити, лухари, энд виллаж, бакарди. Правильно? Ты мне просто говорил, что ничего не будет, а у меня все будет. Валера на доме 2. В карантине. В карантине. Опять мой любимый эфир. Ты, это же я, родники, да. Вернуться. Посмотрим, как карта ляжет. От ноха в рот ноги. Да, в ног ноги. Да. У него одна только, но хуй с ней.
українське знає в совершенстві. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене дорогого з ума з розуму свіла. Горілка, хуй, лапша, удмурт. Все. В Люберцах 9 місяців живу. Мені безумно нравятся восточные девушки, азиатки, это вообще про пушечка, вы что гоните? Это же, да ты шо? Есть ограничения в возрасте, чтобы попасть на 2. Есть ограничения в душе. Есть и 20-летние уже мертвые, а есть 50-летние живчики, такие, что мама дорогая. Слабо с фанатом выйти в прямой эфир. Я выхожу в прямой эфир с фанатами по 5-6 человек. Но в данный момент нет. Завтра в 12 как захуярим, так захуярим, ребят. Антон, это задают вопрос себе 200 человек. Почему они это смотрят? Но, как говорится, каждому свое. Я смотрю, сколько у тебя подписчиков и понимаю, что хули им там делать. У них, блядь, нету денег даже на 2, блядь, сегмента продуктов, что у тебя в меню. Ты понимаешь? У тебя, сука, рыбы в бассейне плавают, а у тебя дома, блядь, ебаное озеро в лесу. Я тоже не понимаю, хули они смотрят все, блядь. Они же могут только творог приготовить и кору ясеня отварить. Как Колян Должанский. Ребята, я вам говорю, успокойтесь, не нервничайте. Я вам обещаю, что я вернусь на дом 2 и построю любого. Но вытяжка четкая же, не? Классный, потому что я похож на Лукашенко. Или, ну, я Том Харди. Борщ. О, блядь. Уебать коня в желудок. Борщ, это пиздец. Друг, ты можешь ответить? Давайте я вам отвечу. Камбэк будет, ребята, как Ливерпуль-Барселона. Ну, мы соберем кастинг. Кору ясеня, красиво. Ну, сделаем. Я очень хочу Одессу, клянусь. Да, хочу. Вы то, что на... Ох-ох-ох. Поженимся. Да поженимся, хули делай так, что тут. Жениться, не мешки таскать. Ответь мне в личку. Я не знаю, где вас искать в личке. Такого позитивчика еще не было. Благодарю вас всех. Денис, здорово. Возьми меня с собой на проект. С такими усами я могу взять вас только ботву сажать. Валера, Саня, очень хорошо. Позитив. От горя, честно вам скажу. Весь позитив у меня от горя. Похоже, но согласись. Курлы. А, я не расстраиваюсь, ребята. Чепуха, Эрик Карман, привет. Это мой друг, знаменитый шеф. Но ему въебало тоже отсыпать надо, блядь, я так понимаю. Валерка с Саней вместе. В Абхазии не был, но мы с Валерием Блюменкранцем и Саней поедем туда. Как теперь Уманский без меня? Не знаю. Вот так. Розы гибнут на газонах. Аж по... Абсолютно. Так. Не шути по поводу отсыпа здесь. Это нельзя делать. Ну, конечно же, я вам расскажу все и про детство, и про жизненные ситуации, про жизненные, но уже в дневном эфире, ребяточки, потому что хочется дать эмоцию, а не могу. Со Стэц общаемся, да, моя подруга хорошая.
Бородина сказала, что главная потеря дома два. Ну, значит, я вернусь, потому что Бородину я люблю и уважаю. Так, кореша. Бля, девчат, давайте вы соберетесь и решите. Может, хотите, я за вас всех выйду. Ростов тут, Ростов, привет, чуваки. Я не игнорирую. Я не игнорирую, ребяточки. Почему Сочи? Ну, я хотел набить кизляр, но не хватило пальцев. Я сохранил общение со всеми, ребята. Я общаюсь абсолютно со всеми, со всех проектов, где я был. Я со всеми дружу, всех обнимаю, люблю, ценю и уважаю. У меня нет врагов, честно. У меня есть завистники, но они мне не враги, мне их жалко. Вот. Так, мне 31 год. Соликамск, привет. Приходите. Подписывайтесь на моего друга. А, бля, не подписывай, он бывший мент, меня же спросит. Ну похуй, у него А8 лонг, значит, однушка в Питере. За ним он в пятерке главный логист. Логист в этом, в центральном районе. Спасибо, родники, спасибо, ты клевый, ты тоже клевый. Вообще вы все клевые, все добрые, всем позитива, любви, здоровья, родным и близким. Так стилю, мне кажется, что это тост. Хочется сразу въебать 20 капель. Ты клевый, веселый, но в душе серьезный. Абсолютно верно. Привет, человек красивый. Такой ты, мага. Надеюсь, завтра не приедут люди с кавказской наружностью и не пригласят меня на шашлыки. Я вернусь на дом 2, ребяточки. Я вам говорю всем, что я вернусь на дом 2. Я того рот мотал, я вам честно говорю, вернусь. Все происходит так, как должно быть. Ты был женат, я был женат. Ус отклеился. Ну, как бы мне. Дениска, я понял тебя. Ребяточки, я вам обещаю, что я вернусь. Где мой брат Денис? Я могу быть дегенератом, если мне нельзя, мне нужно невесту искать. Ребяточки, я вернусь на дом 2 и покажу вам, что такое настоящий спорт. Во-первых, я хочу там скинуть грамм 200 и продолжить ничего не делать. Вот так вот. И смотри, испанский мальчик. Эй, здорово, ла берлендо. Детей нет, такие, как я, не плодятся. Мы ждем тебя. Спасибо. Я
продал. Спасибо, мне очень приятно, ребята. Аня и Валерий помирились. Да, они, ребята помирились. Валерий там, да. Мага, есть для тебя чекуля. Мама живет в Италии. Да, мама живет в Италии. Мага, есть такая чекуля красивая для тебя. Моя подруга, моя мама. Бомба, тебе понравится. Ну, как ты любишь. 64 годика, все хорошо, ребята. О, зарядка. Я сегодня получил больше 500 писем с этой зарядкой. Ну, какие движения, да? Валера, правда, зашился. Валера зашился, да. Эфира с уходом не будет. На проекте мне никто не нравится. Никто абсолютно. Ты огонь. Спасибули. Роднули. А почему никто не говорит, что у меня красивая прическа? Это я бесплатно стригся. По бартеру. Салют, салют. Буназио, Молдавия. Меня, получается, меня ни с одного места не выгоняли. Я всегда ухожу элегантно сам. Заберу всех. Ты мне с нормальной тёлки. Парочка даже. Ну, ты мне напиши, мага, в Телеграм. Я дам тебе их контакты. И все будешь воротить, как любишь. Ты весь красивый. Ой, ты красивый. Ой, халафа! Спасибо, ладнички мои. А, скажу, наверное, там Макси, что он нормальный парень. Там вообще все нормальные ребята. Ок. Идет твоя девушка. Идеал моей девушки. Ехать к девушке, если она дает меня, потому что у девушки нет. Короче, девушка пусть приезжает, все нормально. Скажи, что тебе не будет по телеку, есть смысл. Я буду по телеку. Да, мага вот так, у него такие бидоны здесь. Ракеты просто там залетают, торпеды. Ну, все, типа UFC звали. Не пошел. Воду я торговать начал. Вот, вот тут вот он прав. Я, мага знает, я такие вещи делал, ты шо. Приезжать или уберцы? Черкасова не знаю, я не буду говорить ничего, но если родила, хорошо, поздравлю. Тайм-аут не на определенное время. Если очень далеко, куплю билеты. Я в Москве, в Люберце. Мага, мага, на лоре же. Мага, брат. Мага. Мага, нашли тебе бабу. Ты лишишься девственности. Хочу замуж, все правильно. Да, на данный момент мне нравится одна девушка. Мага, красавица. Я не телец, я близнец. Близнец. Говорит, скиньте кто-то его номер еще, пожалуйста. Почему ушел? Нет, на адскую кухню не пошел бы. Никита, здравствуй. Только не блокируй. Ребята, вы все ракеты, клянусь вам. Я болею, чуть-чуть простыл, да, у этой самой. Ну, не простыл. Я просто в луже валялся немного, в трусах пьяный. Передают выплаты. Когда в Одессу? В Одессу, может быть, летом. А это просто скинь номер-то. Лемур ведет образ жизни такой, как мы на Доме 2. Сидит, жрет и срет. И смотрит охуевша на всех, где поебать он пуп земли. Ребяточки, спасибо вам огромное. Новикова, привет. О, ребята, будет, завтра будет еще круче. Ты врач, меня уже ничего не реанимирует, честно. То вам могила исправит. Рыбница, привет, тулечки мои родные.
сейчас пишут только девушки. Вы говорите правильно. Мага, ты правильно говоришь. Пишите, где хотите, я буду всем отвечать. С зубами ничего, их просто нет, они отсутствуют. У меня стальная челюсть. Красавчик, будь здоров, дорогой. Чтобы вы были здоровы. Эфир следующий будет завтра в 12 дня. Приду что-нибудь собственное. Ребяточки, давайте завтра, вот я сейчас завтра сделаю бомбу. Денис, ждем на доме 2 возвращаться. Спасибо, Никита, вернемся. Слышишь, мага, я, конечно, не шлюха, но сразу с тремя на свидание скажу, нех успеть. Просто, блядь. Ребяточки, хочу всем сказать огромное спасибо. Я безумно рад, что вы тратите на меня время. Мне очень приятно, что вы все такие добрые, позитивные, веселые. И видите во мне не просто клоуна, а еще и человека. Спасибо вам большое. Я закрываю свой прямой эфир. Завтра в 12 будем опять же общаться ни о чем, смеяться, поднимать друг другу настроение в это нелегкое время. И что я могу сказать? Люблю, целую. Любите и цените своих родителей, детей, друзей всех. И будьте добрыми. Быть добрым. Тима Кузьменко зашел и пока. Тимошечка, люблю, целую. Давайте. Дагестан, Дербент. Всего хорошего. Люблю, целую всех. Спокойной ночи.